نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Итак, мы обсуждаем разные пути в рай. Мы говорим о деяниях, которые можно совершать не только в первые 10 дней месяца Зульхиджа, но с особым акцентом на эти дни, и о том, что конкретно можно предпринять в качестве благих дел в этот период. Среди наиболее значимых деяний, о которых пророк, саллиллаху алейхи вассалям, конкретно отметил в контексте этих 10 дней, это зикры. То есть вспоминание Аллаха, субханаху ва та'аля. Субханаллах. Какая прекрасная тема «зикр». Что значит «зикр»? «Зикр» означает «поминание Аллаха». Дословно слово «зикр» означает «помнить что-то». Зикр — это проявление сердечной любви, поскольку человеку свойственно думать о том, что он любит. Представьте себе что-то мирское. Представьте себе, что вы страстно желаете то, что вы жаждете. Представьте влюбленную пару. Они постоянно думают друг о друге. Представьте любовь отца или же матери к своему ребенку. Она сопровождается постоянной мыслью о нем. В этом и проявляется любовь. В том, насколько часто вы вспоминаете о ком-то. А какой же тогда, по-вашему, должна быть любовь верующего по отношению к Аллаху, субхану ва та'аля? Каким должно быть поминание и любовь к величайшей цели нашего стремления, проявление нашей духовной любви? Именно поэтому Аллах, субхану ва та'аля, упоминает в Коране: «Те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее, чем что-либо». Сура 2, 165 аят. И эта любовь проявляется в том, насколько часто мы поминаем Аллаха, субханаху та'аля. Некоторые ученые говорят, что равно как и врач, который проверяет ваш пульс, а пульс, как мы знаем, говорит о нашем физическом состоянии, также и зикр является пульсом нашей веры, нашего имана. Зикр — это духовный пульс нашего имана. Если вы хотите проверить степень вашей веры, проанализируйте свой зикр. Если вы регулярно произносите азкары, если и днем, и ночью ваш язык занят поминанием Аллаха, субхану ва та'аля, то альхамдулиллах – это хороший знак. Но если же вы редко или же вовсе не поминаете Аллаха, субхану ва та'аля, то, стало быть, у вас проблемы, и вам следует походить в духовный фитнес-центр, чтобы привести себя в порядок и довести зикр до достойного уровня. Безусловно, зикр связан с множеством разных благословений. В Коране и Сунне часто упоминается о благословенной награде за поминание Аллаха зикрами. Аллах говорит в Коране: «Поминайте Аллаха часто, быть может, вы преуспеете». «Кафир» — постоянно поминайте Аллаха, субхану ва та'аля. Аллах приводит описание людей, которые попадут в рай. Мужчины и женщины, часто поминающие Аллаха. Кафирон. 33 сура, 35 аят. Кстати, когда Аллах приводит слово «зикр», Он почти всегда дополняет его определением «кафир». Иными словами, совершить зикр один или пару раз – это хорошо. Но Аллах, субхану ва та'аля, особенно восхваляет нас, когда мы поминаем Его зикрами часто и постоянно. В известном хадисе, упомянутом в сборнике Сахих аль-Бухари, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Разница между тем, кто поминает Аллаха, и тем, кто не поминает Аллаха, как между живым и мертвым». Этот хадис с глубоким смыслом. Он в буквальном смысле называет того, кто не поминает Аллаха, мертвым. Ведь на самом деле так и есть, поскольку в духовном плане этот человек мертв. Именно поэтому я и говорил, что зикр — это словно сердцебиение, сохраняющее жизнь. Коран приводит нам очень простой урок. Аллах говорит нам в Коране: «Помните меня зикрами, и я буду помнить вас». Вторая сура, 152 аят. То есть, если вы будете поминать Аллаха, то Он будет помнить о вас. Что же имеется в виду, когда Аллах, субхану ва та'аля, говорит нам: «Я буду помнить о вас»? Это означает, что Аллах, субхану ва та'аля, позаботится о нас. Он окажет нам милость. Он ответит на наши мольбы. Что может быть лучшей наградой для нас, простых смертных, чем зикры в поминании Аллаха, за которые Аллах, субхану ва та'аля, будет помнить о нас?
Наш статус, наше положение повышается в глазах Аллаха, когда мы совершаем викр Аллаха, субханаху ва та'аля. Наш пророк, саллиллаху алейхи ва салям, также учил нас, что поминание Аллаха является защитой от зла и наущений шайтанов. Шайтан — это наш открытый враг, который постоянно наущает нам дурные мысли. А викр поминает нам создать некую защитную преграду от шайтана. В одном хадисе наш пророк, саллиллаху алейхи ва салям, назвал викр, что означает оборонительная крепость. Как говорится в одном хадисе, всякий раз, как мы произносим «бисмилля», мы создаем защитную стену от шайтана. Таким образом, викры служат духовной защитой. Это некая броня, которая уберегает нас от влияния мира шайтанов и людей. Викр также защищает нас от печали и беспокойных мыслей. Когда мы обращаемся к Аллаху субханаху ва та'аля, и когда мы начинаем поминать Его, восхвалять Его, то это способствует успокоению нашего сердца. Аллах субханаху ва та'аля упоминает в Коране, «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым». 20 сура, 124 аят. Обратите внимание, тут Аллах говорит, «Тот, кто отвернется от моего викра, того ожидает тяжкая жизнь». И смысл заключается в том, что если мы обратимся к зикру, то мы будем жить. Если мы обратимся к поминанию, то наша жизнь станет гораздо лучше. И, конечно же, Аллах также напоминает нам в Коране, «Будьте стойки и много поминайте Аллаха, быть может, вы преуспеете». 8 сура, 45 аят. Как мы видим, постоянное поминание Аллаха ведет нас к успеху. В то же время постоянное поминание открывает нам доступ к связи с Аллахом. Постоянный зикр является показателем нашей непрерывной связи с Аллахом. Постоянный зикр собирает ангелов в наших домах и обеспечивает их присутствие в кругу собравшихся вместе с нами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал нам, что Аллах отдельно назначил ангелов, которым велено искать людей, совершающих зикр, и когда они находят их, они молятся и просят Аллаха благословить всех собравшихся. Совершение зикров является наиболее простым способом заслужить рай и уберечь себя от огня ада. Наш пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, что нет более простого деяния, которое смогло бы спасти нас от ада, чем зикр. Когда человек постоянно поминает Аллаха, восхваляет Аллаха, «Субханаллах, ва ля иляха илляллах, Аллаху акбар, ва ля хавля ва ля куввата илля биллах». Субханаллах, ла иляха илляллах, Аллаху акбар, ла хавля ва ля куввата илля биллах. Когда язык постоянно пребывает в движении, то это, несомненно, является положительной чертой. Совершая зикры Аллаха, мы на самом деле сеем семена для плодов в раю. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, рассказывал, «Во время ночного вознесения я повстречал Ибрахима, алейхи салям, и он сказал мне, «О Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, передай мои приветствия своей умме, и сообщи им, что рай — это плодородная почва, в которой нет семян. И семенами рая, его маленькими саженцами станут их зикры. Субханаллах, альхамдулиллах, ла иляха илляллах, Аллаху акбар». Иными словами, каждый раз, когда мы говорим «Субханаллах», мы получаем дерево в раю. А за эти 10 дней вы получите сотни тысяч, миллионы прекрасных деревьев. Субханаллах, альхамдулиллах, ла иляха илляллах, Аллаху акбар. Ибрахим попросил нашего пророка оповестить нас об этом. Разве можно желать большего? Он сообщил нам об этой награде лично. Вы только представьте себе, чтобы посадить целое дерево в раю, от вас не потребуется даже десятая доля секунды. Субханаллаху, альхамдулиллаху, ла иляха илляллаху, Аллаху акбар. И уже 4 дерева, иншаллах. Сколько деревьев вы пожелаете? Чем больше деревьев, тем больше ваш участок. Следовательно, чем больше зикров, тем больше будут ваши райские земельные владения. О поминаниях в подробностях наставлял наш пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Однажды к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел человек и спросил его, «О посланник Аллаха,
Я принял ислам в глубокой старости, и мне не успеть за твоими молодыми сподвижниками в совершении благих дел. Посоветуй мне одно деяние, которое, если я буду совершать его в совершенстве, позволило бы мне сравняться со всеми твоими молодыми сподвижниками, среди которых тогда присутствовали Абу-Бакр ас-Сиддик и Умар ибн аль-Хаттаб. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал на свой язык и сказал: «Я велю тебе совершать зикр, поминать Аллаха». В другой версии говорится: «Пусть твой язык непрерывно пребывает в поминании Аллаха, свят он и велик». Мы поговорили лишь о некоторых из благословенных преимуществ зикра. Давайте же будем постоянно поминать Аллаха не только языком, но и сердцем. Мы будем говорить «Субханаллах», полностью осознавая весь смысл этих слов, говорить «Вальхамдулиллах», «Валя иляха илляллаху», «Аллаху акбар» и все остальные поминания. Есть еще множество поминаний, но коронными считаются пять, которые я только что упомянул. «Субханаллах, вальхамдулиллах, валя иляха илляллах, валлаху акбар, валя хавла, валя кувата илля биллах». Основные пять. И хотя все остальные азкары тоже желательно совершать, но эти пять являются самыми важными. Придерживайтесь этих пяти на протяжении всего дня, и пусть они войдут в вашу повседневную привычку. Сидя, лежа, стоя. Зикр можно совершать в любом состоянии. Для этого не требуется совершать омовение. Не обязательно находиться в мечети. Вы можете оказаться в пробке в ожидании встречи, когда у вас оказалось свободное время. Его можно совершать в сердце, если вы не можете произнести его вслух. Можете произносить его лежа, сидя, повернувшись в сторону киблы. Это одно из деяний, которое не требует огромного усердия, но несет в себе столько благословения. Мы просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Он помог нам быть в числе тех, кто постоянно совершает зикр. Увидимся завтра. أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون